Хотели выиграть две команды, очень много усилий прилагали, и мы тоже. Потеряли инициативу после удаления Краховика. Ну, наверное, для нас результат 1-1 в какой-то мере положительный, потому что большое время играли в меньшинстве. Динамовцы могли забить, когда Гильерми вытащил этот мяч. Мы тоже хорошо контратаковали, хороший был момент у Фернандеша. На мой взгляд, матч был интересный для болельщиков, было очень много моментов. Ну, ничья, очко, это движение вперед сегодня. Я думаю, что мы в нормальном состоянии. Всегда эти игры тяжелые еще после матчей сборных. Фарфан провел два матча с Германией и с Нидерландами. Это очень тяжело, очень сложно. Было ему сегодня 90 минут играть. Так же самое Краховяк провел два тяжелых матча. Мы надеемся, что к следующей игре они будут в более лучшем состоянии. Ну, и совсем не обязательное удаление. И совсем не обязательные две желтые карточки со стороны судьи. Совсем. Таких же нарушений было со стороны «Динамо» масса, когда нужно было тоже желтую карточку дать. Если вы помните, контратака у нас шла. Там что, желтые карточки, зачем ее останавливать? По вашему мнению, не важно. По моему мнению, он важно провел этот матч. Антон, почему поменяли? Потому что мне показалось, что Фарфан с левой стороны должен иметь преимущество над игроком команды «Динамо».